немножечко затянем интригу. Давайте маленькую сделаем, да? Потому что сейчас подошло время увидеть всем нам, дорогие друзья, эти замечательные огонечки в небе. А для этого нам, наверное, сюда на сцену, Светлана, да? Мы поднимаем сюда сегодня, дорогие друзья, встречайте самого замечательного, самого великолепного Сергея Ивановича. Он сегодня здесь для того, чтобы вам и всем подарить эту великолепную радость. Сегодня здесь для того, чтобы сказать самые замечательные слова. Итак, мы интригу держим. На две минутки мы останавливаем караоке и передаем слово сегодня здесь Сергею Ивановичу. Слушаем вместе. Белкрапина, с праздником победы, великим праздником нашего народа. Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И в честь наших дедов, дедов-победителей, для вас сейчас будет праздничный салют. С праздником, Белкрапина! Браво, дорогие друзья! Ну что, все поворачиваемся? Поднимаем головы вверх, открываем свои все огонечки в небе. Каждый из вас сегодня здесь может загадать желание. Загадать желание счастья и любви, здоровья и удачи в кожной родине. И, конечно, мирного неба над нашей благодатищей. Дорогие друзья, вас всех с праздником. Тепла и любви вашим домам. Здоровья вашим семьям и детям. И самое главное, жить нам, дорогие друзья, в мире и в мире. Еще многие лета. И этот салют сегодня здесь для вас. Слышу, и на сегодня.